Ребята, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике расскажу вам про еще одно интересное ICO. Это будет проект Saturn Black. И давайте разбираться, в чем суть данной площадки. Так вот, что из себя представляет платформа Saturn Black. Это оператор ликвидности крипторынков, то есть данная платформа, в общем-то, она рассчитана для торговли криптоактивами. Прямо сейчас идет предпродажа, и вы можете написать на их почту, чтобы уточнить все детали предпродажи, и добавлю, что данный этап пройдет еще в течение 26 дней на момент записи видео. Ну и также вот есть, как видно, кнопочка Buy Now, то есть кнопка на токен Sale. Ну что ж, тогда более детально поговорим давайте про проект Saturn, то есть расскажу, в чем суть данного проекта, и также в этом обзоре еще разберем дорожную карту. Так вот, Saturn — платформа небиржевых сделок для прямого кросс-чейн обмена криптовалют, и важно понимать, что это по сути симбиоз удобства автономного обмена криптоактивов и гаранта надежности третьей стороны, то есть легальные безопасные сделки для игроков крипторынка. И данная цель у проекта — это создание качественного нового ликвидного и безопасного небиржевого рынка. Также, как я говорил, разберем дорожную карту. Так вот, в декабре 2018 года появились безопасные сделки между владельцами криптоактивов с гарантией с третьей стороны. Также небиржевая кросс-чейн торговля в декабре 2018 года, то есть можно покупать и продавать криптоактивы большими объемами, и теперь это не будет уже проблемой. Также будет совсем скоро, в третьем квартале 2019 года, внебиржевой аукцион, когда будет покупка и продажа большого объема криптоактивов по лучшей, в общем-то, цене. А также важно понимать, что примерно через год, в четвертом квартале 2019 года, проект Saturn будет запускать P2P трейдинг на базе протокола Swap. Также будут сделки с долларами и евро. Это все будет сделано в первом-третьем квартале 2020 года. И также в 2020 году, в третьем квартале, это уже будет первый поставщик ликвидности крипторынков. Также расскажу еще про токен. Так вот, эмиссия 1 миллиард токенов, она выпущена единоразово. Также будет закрытая продажа, вот, когда будет 250, соответственно, миллионов токенов выделено, и цена, вы видите, 0,0075 долларов. Также будет далее предпродажа, когда будет цена 0,1 доллар, и также то же самое число, 250 миллионов токенов будет выделено, и далее на обычной продаже будет цена 0,125 долларов, и та же сумма будет выделена токенов. То есть, как видно, 75% токенов выходит на токен сейл, 10% на баунти, 10% также на команду и 5% на развитие. Ну и, собственно говоря, вот здесь все это и расписано. Ну, по токенам легко посчитать, что после 10% на баунти — это, соответственно, 100 миллионов токенов. В принципе, это понятно и так. Я мог не озвучивать, но тем не менее. Далее мы видим знакомство с командой данного проекта. Команда, как видно, русскоязычная. Это для тех, кто тоже, как и я, общается на русском языке, это плюс, потому что вы можете с этими людьми связаться и, соответственно, задать им интересующие вас вопросы на своем родном языке, что, безусловно, очень удобно. Вот, то есть не нужно, допустим, пользоваться переводчиком, если вы плохо знаете тот же английский язык. То есть все вопросы можно задавать на русском, ну и также можно написать, допустим, им в Телеграме, то есть написать в Твиттере, и наверняка вас проконсультируют по вопросам, которые у вас появятся. Ну, далее мы видим еще последние новости о проекте. Ну, тоже такая информация, которую, пожалуй, я в данном видео озвучивать уже не буду. Это был именно общий обзор на проект Saturn. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился данный обзор. А тогда всем спасибо за то, что его посмотрели. И всем счастливо, и до новых встреч.